15 апреля в нашем городе начнутся работы по предотвращению массового размножения комаров. Для этого проведут 5 этапов дезинсекции. Постепенно устанавливается теплая погода, а это говорит о том, что наступает пора комаров и мошек. Чтобы их было не так много, городской акимат планирует провести профилактические работы. Общая площадь, на которой будет проводиться обработка против комаров, составляет около 500 гектаров. В соответствии с мониторингом на территории водоемов будут проведены мероприятия по дезинсекции и уничтожению комаров еще на личиночной стадии. Кроме того, бригады будут работать на открытых участках, внутриквартальных территориях и улицах. Они будут, если будут начаты 15 апреля, то есть первым этапом у нас будет противоличиночная стадия комара. То есть будут применены методы по уничтожению комара еще на стадии личинки. То есть личинки появляются в болотной местности, либо на разливах Иртыша, где вода разлилась и осталась. Это места, размножение комара. Дезинсекция будет проводиться в местах массового скопления людей, таких как парки, набережные и другие места отдыха горожан. Работы продолжатся до осени. Также весной планируется противоклещевая обработка. Это сосновый бор, остров Ебетшилик и так далее. Места отдыха граждан города Семи. Летом будут продолжаться работы по летной форме. И осенняя обработка противоклещевая и против дератизации, против грызунов. Весной и осень также будут проведены работы по дератизации. Указанные меры помогут значительно сократить численность насекомых в городе. Однако они не могут полностью остановить размножение комаров, которые являются частью экосистемы. Поэтому насекомых травят специальными препаратами, которые не вредят человеку, говорят специалисты. Ботагөз Дандыбаева, Жулдызай Маратқызы, Аян Мухтарулы, телеканал «Семей».